Вопрос задать, а можно? Можно. У нее, говорит, постоянное искушение перед праздниками православными, и она начинает впадать часто в гнев и ярость. Она понимает, что это грех, но ничего не может с собой поделать. Потом у нее чувство покаяния, но не может справиться с грехом вот этим ярости. Как поступать? Как правильно? Что это такое? Беснование. Раз она не под своей властью, значит, другой кто-то ей руководит. Тем более, качества, которые назвали, они принадлежат демонам, а не человеку. Избавиться как? А вот Библия говорит, что дух лжи вошел в уста всех пророков. Но нигде не написано, как он вышел. И вышел ли вообще во времена пророка Михея? Тут совета никакого не может быть. Только одно лекарство есть – пост и молитва против этого рода. Пост и молитва. А молиться может, когда со всеми примириться. Она раз ярится, значит, примирения нету. Тем более, бывает человек неукротимый, который есть. Но вот его арестовали. Его в камере не дают ему спать. Свет, звук, это по сегодня в интернете это стоит. А потом заходят, его лупят, ему есть не дают, и все. От него все это отлетело. Он такой мускулистый, такой голый, все раздели, и теперь сидит в холоде. Не понимает, его холодной водой облили. И все, он смирился, а да, тут он должен называть, по какой статье сидит, имя, фамилия. А он не хотел, да что я буду говорить-то, все говорит. Материться человек не знает. Два раза отметили ли его, и все матерки из него вылетели, а то ничего не могли сделать. Всех крыл по матушке. Я был среди этих людей, знаю как. Это его не били, не битый. Как Федор Карамазов говорит, драть надо русского мужика, тем более, если это слабый сосуд. Так распускаются, за собой не следят. И я курю, я не знал, что этот у нас Иван заходит, курит. Ну, как так? Да по частям. Кладут, главное, себе конфетки, вместо папиросы сосать, постепенно меньше будет курить. Так не бывает. Вот от воровства ходи. Ну, теперь я воровать буду один раз в день, а потом через два дня. Все равно ты вор остаешься. И блудник также. А почему льготу такую табачникам даете? Так и здесь. Она ругается, то другое. Язык на стол и шилом проткни. И все кончилось. Сама себе скажу, устрой эту экзекуцию, потому что отвечать будешь за каждое слово. Так это дурь. А вот еще вопрос второй. У меня вот, знаете, сегодня вообще такой сон снился нехорошего, как будто за мной сатана сам, бес вот, бегал, семью прям вот, как будто, ну как, издевался, я вот там вроде как читаю молитву, да, Отче наш, и она вообще не помогает. Вот как вообще? Вот молитва – это не заклинание какое-то вообще, тем более сны. Верящий снам – то, что обнимающий тень, считаем Сирахова. И священник на исповеди спрашивает, а не верил ли снам? Если они от Бога, оно будет показано тебе, и расшифровывать не надо. Как Бог даст? Предупреждающий о чем-то. Тут вот кто-то спит, зашел. Надо выключить его, Вячеслав. Почему он так открыто все, голый? Вам не видно это? Видно. Ну, а видно, так убрать надо. Зачем это нужно? Я не могу это выключить. Это только сам человек может выключить. Ну, надо сказать ему, чтобы он знал. А я почему-то не вижу. Вы камеры выключите, пожалуйста, все. Выключай, Елена. Игнат Тихонович, вы-то не выключайте. Слушаюсь и повинуюсь. Ну, вот так. Отключать надо, смотреть. Как-то сделать такой рычаг, чтобы был, чтобы выключить.
Человек не слышит ничего, раздетый, он нарушает подряд наши нормы. Сейчас видно или нет? Видно. Почему я ничего не вижу? Я только Игнат Тихоныч вижу и все. А у кого это? У кого камера включена? У Фирсова Александра. У меня тоже видно. Выключи камеру, Александр. Он спит, наверное, не слышит нас. Ничего себе. Ладно, тогда я его вырубаю. Давай. Его вырубил, все. Ну и все, вопросы-то, эти, которые задает человек, он над собой не работает. Надо работать. Ставить себе разные условия, даже воображение. Воображение должно быть развито. Тебя арестуют, когда ты рта не раскроешь. Иначе я тебя соскребать со стенки будут. А то она не может еще. Я в это не верю абсолютно. Сдачи не давали, человек так ведет себя. Мне вчера выставляли там в американских тюрьмах, как обращаются с ними. Смиряют всех, чтобы не смиренный был, и он руководил, этого не будет. И здесь точно так же. Ну вот, нет вопросов, я отошел. Спаси Христос. Вячеслав, заказчика идет. Да лучше бы на ночь поставили, Игнат Тихонович, а то сейчас вас плохо видно. Ну ладно, тут уже поставил, что сделаешь? Ну ладно. Да, тем более длинная служба будет, я уйду, тут не так и много мне, все.